погода сегодня генерально изменилась по сравнению с вчерашним. Вчерашнее было бризовое направление, морские условия. Сегодня были береговые условия, там очень много заходов. Могло быть спокойно в одном месте ветра меньше, в другом ветра больше ветра. Вот. И, ну, глобально в первой гонке допустил ошибку на старте. И после этого сколько смог выбраться, столько выбрался. Ошибка была стратегическая больше. А на втором старте нормально стартовал, что с выгодной стороны. Дошел до порыва, повернул. Оказался в лидерах, дальше боролся. А результатом доволен, потому что могло быть хуже. Сложные условия, ничего не могу сказать, нравится, не нравится. Просто условия такие, они для всех одинаковые, поэтому продолжаем бороться.